Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у нас в гостях, я радий вітати, Олександра Лазарєва. З часів Революції Гідності ми зрозуміли, що якісь глобальні процеси, які відбуваються в країнах, ну я маю на увазі революції, вони постійно кимсь керуються, хтось має на це вплив. І от зараз у мене виникло таке питання. Ми спостерігаємо за Сполученими Штатами Америки і бачимо, що там відбувається щось подібне кольоровим революціям. Але це Сполучені Штати. Хто допомагає їм оце робити? Спасибо за вопрос. Тут хотелось бы процитировать классику, что революция, она как женщина, нуждается в деньгах. Соответственно, без денег революция не происходит. Но можно ли назвать революцией те процессы, которые происходили в 2013-2014 году в Украине, и то, что происходит в Штатах, и то, что происходит, в принципе, в странах третьего мира, в которых руку приложили те же Соединенные Штаты Америки. По факту, если по классическому марксистскому определению подойти к революции, то это смена классов управления. То есть, когда угнетенный класс консолидируется и свергает класс угнетателей. Что произошло в Украине? Произошла смена кланов управления. Один олигархический клан, который правил нашей страной, сменился другим олигархическим кланом, и Украина пошла под внешнее управление, конкретное внешнее управление со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть мы стали фактически колонией одноименной метрополии. Об этом Петр Алексеевич Порошенко, восвоясь, в открытую рассказывает в пленках Деркача, как он это делал, и как великий там Байден, да, его друг, ему давал на это какие-то настановки. Ми зараз можемо спостерігати за тим, що прокуратура ніяк не відреагувала на це. І з цього ми зробимо висновок, що в принципі те, що він робив, це все законно, це все нормально. І не треба навіть на це звертати увагу, як то кажуть. Смотря з якої сторони трактувати закон, і з чиї сторони в чию вигоду смотрити. Не зря я вспомнил по поводу пленок Деркача и Байдена. Это имеет непосредственное отношение к происходящему в Соединенных Штатах Америки, к этому так называемому «черному Майдану», который сейчас происходит. Ведь давайте подумаем, что стало катализатором. Понятно, что видимым катализатором стало убийство темнокожего афроамериканца при задержании полицейским. Но по сути в Америке скоро выборы президентские. Электоральное ядро демократической партии того же Байдена, да, на которого выливается сейчас волна компромата, причем заслуженного компромата по коррупции, например, на территории Украины, по коррупции его сына Хантера Байдена в Бурисме. Эту тему нужно чем-то перебивать, и они идут ва-банк. Они начинают подогревать массовые протесты в Соединенных Штатах Америки. Это действительно излюбленная всеми фраза, что государственный переворот невозможен в США, потому что там нет американского посольства. Так, так. Разрушается об стены Шепетовки, как волны Атлантического океана, по одной простой причине. Все работники государственного департамента демократов при Обаме были отозваны домой. И сейчас вынуждены в карантин работать на дому. То есть получается какая ситуация. Всю работу на дому и уже тренируются на кошках своих. Да, именно так, да. Но если серьезно, то мы должны понимать, что идет серьезная борьба за президентское кресло в Соединенных Штатах Америки, и демократы не брезгуют воплощать методы Джина Шарпа, диктатуры к демократии, то есть методичку цветных революций. И эта методичка просматривается по всем косвенным признакам. Когда темнокожие афроамериканцы становятся на колени перед полицией безоружные. Это мы видели в Грузии, это мы видели неоднократно в Украине, в других странах, в Югославии. Темношкірі дівчата стоять на коліна. Потім ми звернули увагу, я дуже тривалий довгий час чекав, коли вже з'явиться піаніно, на якому хтось буде грати. Я бачу, там було декілька піаніно, які були перевернуті. Але нещодавно з'явився афроамериканець, який вміє грати. І я вже сказав, ну слава Богу, все нормально. І, ну, правда, це фотографія. Ну, принаймні, він вже сидів за цим фортепіано, там натовп людей. От,
він по чорним клавішам, мабуть, грав там. Ну, це вже інше питання. Ну, не хуже грати в таку ситуацію по білим клавішам. По чорним музика правильній виходить. Ну, тільки молотком по білим, а пальцями по чорним. Ну, добре, не буде. Ну, давайте ще подивимось якісь паралелі. Наприклад, статуї Джорджа Вашингтона вже почали зносити. Вашингтонопад, да? У нас був Ленінопад, тут Вашингтонопад починається. Як ти вважаєш, взагалі вони контролюють цю ситуацію? Чи може трапитися таке, що ця стихія вийде за межі можливості там, зупинити це все? Отчасти, смотря что считать контролем ситуации. То есть контролируют ли они локально какую-то оперативную ситуацию? Вряд ли. Конечно, есть там и сотники, и десятники, которые действуют по методичке. Но им нужен неконтролируемый хаос в определенно взятом регионе. Им нужно показать эту картинку хаоса, повсеместного негодования властью, что народ готов на всяческий массовый протест. Контролируют ли они ее стратегически и вообще? Да, контролируют. Прекратят поток денег, прекратится революция в Соединенных Штатах Америки. Деньги контролируют глобалистические структуры, то есть Демократическая партия Соединенных Штатов Америки, и их высшее проявление – это транснациональный финансово-спекулятивный капитал. Поэтому, да, контроль у них есть. Нужно раскачать ситуацию. Почему? Смотрите, итак, сейчас этот карантин, весь мир сейчас охватывает острая волна кризиса. Коронавирус – это один из механизмов обнуления экономики и уменьшения потенциала экономического. Можно делать войнами, можно пандемией, можно псевдопандемией, неважно как. Главное, чтобы прекратить развитие и понизить на процентов 20. Например, в тех же Соединенных Штатах Америки уровень безработицы за время карантина вырос до 14%. То есть, мы, тому же... Я перепрошу, мы згадуємо, что самое на це, на цьому наполягав Трамп, казав, що я успішний президент, тому що при мені саме менша кількість безробітних Именно. Людей. І тут здрасте вам. Іменно. І Трамп, нужно вспомнить, он говорил интересную фразу, что лечение не может быть страшней болезни. Он имел в виду экономической болезни, потому что то, как карантин и коронавирус бьет по экономике, оно так по здоровью не бьет. И поэтому мы должны понимать, сейчас 19,6, если не ошибаюсь, процентов безработицы в США. Если сравнить, к примеру, с Великой депрессией, тогда было 25%, то есть недалеко ушли. 33 миллиона человек безработны. На волне этого массовые протесты... Да. То есть, условно говоря, Украина внутри Соединенных Штатов безработная. Да. На волне этого массовые протесты, которые спровоцированы именно классовым неравенством, не классовым, извините, расовым неравенством, да, в Соединенных Штатах Америки. Я-таки, ну, мне норовит сказать по поводу классового неравенства, потому что если говорить о революции, то нужно говорить о классах. Ну, не тут-то было, мы говорим о буржуазных переворотах, скорее всего. Так вот, дело в том, что провокация именно на расовой основе, она работает конкретно на руки Демпартии, это их электоральное ядро, плюс уровень безработицы, плюс падение экономики. Трамп, он находится в такой, как бы можно сказать, подвешенной ситуации, ему нужно решать все вопросы одновременно. И, разумеется, демократы на этом пытаются хайповать, пытаются повышать собственный уровень, собственный рейтинг. И все забыли уже о делах Байдена, о делах его сына коррупционных. Все сейчас смотрят на «Черный Майдан». Вспомните, фильм шикарный был «Хвост виляет собакой». Так, так. Когда президента США спалили, что он там изменял то ли жене, ну я уже не помню деталей, и тогда сказал политтехнолог, нам нужна война. С кем? С Албанией. А почему с Албанией, почему не с Албанией? Да? То есть, как бы ответ был прост. Такая же ситуация здесь, только здесь более серьезная борьба сейчас идет. Разумеется, это не фильм, это реальная жизнь, и мы понимаем, что ставки очень высоки. Если выиграют протекционисты, курс Соединенных Штатов Америки продолжается, как при Дональде Трампе. Это миллиардные потери для финансово-спекулятивного транснационального капитала, который настроен именно на глобалистическую структуру экономики мира, которая начиналась еще в 70-х годах. То есть это перевод промышленности за границы, потому что более дешевые средства
качества производства, соответственно, больше зарабатывают именно конечные бенефициары производств. Трамп же, напротив, сказал, что нужно все возвращать и строить сильную Америку внутри Америки. То есть он возвращается к этой доктрине. А это невыгодно большим промышленникам. Поэтому, кстати, и Apple спонсировал Хиллари, и другие и промышленники, и финансовый спекулятивный капитал, который не работает внутри Америки, которым не нужна сильная Америка. Ведь мы знаем по Марксу, да, капитал не имеет родины. То есть там, где он зарабатывает, там ему хорошо. Поэтому в этой ситуации они вошли в клинч с Дональдом Трампом. Ну і в такому випадку у Дональда Трампа не так багато важелів вплинути на цю ситуацію. Тобто перший його враг, як я розумію, це міжнародний капітал, глобалісти. І зараз, щоб це все, ну, вже людям сказати, залишайтеся вдома, вже не вийде. Треба якийсь силовий блок застосовувати. І Трамп вже вводить Нацгвардію в деякі країни. Хоча я хочу нагадати, що коли таким же шляхом йшов Китай, то Сполучені Штати Америки постійно казали, ніякому разі не можна цього робити, це не демократично. Як ти вважаєш, все ж є шанси у Дональда Трампа зупинити цей хаос, який зараз відбувається в Сполучених Штатах? Да, я полагаю, что есть, я полагаю, что он применит силу, и Дональд Трамп и Соединенные Штаты Америки, они же пропагандируют определенную модель развития стран и общества во всем мире. То есть некий абсолют. Ну, сами по этому абсолюту не живут. То есть нужно всегда разделять, что предлагают делать Соединенные Штаты Америки и что они делают. Это разные понятия, разные вещи. Так вот, делать надо, как делают Соединенные Штаты Америки. Когда темнокожая женщина бросила коктейль Молотова в полицейскую машину, ее сейчас судят и ей грозит пожизненное заключение. Для нас, Соединенные Штаты Америки, что? Амнистия. Не трогайте, это святые. Но разбираться ж надо, нужно разбираться кто, почему, как, нужно искать первопричины, и тогда только мы дойдем до истины. Нам предлагают истину не искать, у нас есть определенные штампы, клише, по которым нужно жить и работать. Конечно, когда это происходит в Китае, да, в геополитическом конкуренте Соединенных, внутри геополитического конкурента Соединенных Штатов Америки, то, разумеется, они там рукоплещут и говорят, да, так и должно быть, не трогайте мирных протестующих. Когда это происходит внутри Соединенных Штатов Америки, мне говорят, нет, это не мирные протестующие, это вандалы, то есть у них все направлено на разрушительную функцию, и мы будем их прессовать. Тут сразу же подключаются и другие страны, которые чувствуют, условно говоря, что Соединенные Штаты Америки уже перестают быть сильными. И это является неким моментом на внешней арене для того, чтобы заявить либо о части своей субъектности, либо занять какие-то ниши, выдавив оттуда Соединенные Штаты Америки в условную доктрину Монро. Кстати, сейчас красиво посмотреть на заявления европейских лидеров, которые начинают поддерживать протесты в Соединенных Штатах Америки. А мы должны понимать, что с 2018 года, когда стартовал этот кризис, началась волна некого экономического каннибализма именно внутри Атлантического союза. То есть европейские экономики и Соединенные Штаты Америки, они политические союзники, но экономически стали конкурентами. И Штаты как более сильный союзник. А как мы знаем по Бжезинскому, у американцев нету ни друзей, ни союзников, есть только подчиненные. То есть европейцы никогда не были их союзником, были протекцией. Начинают бороться за рынки сбыта. Европа начинает это ощущать, начинает противиться. После того, как, например, Франция противится, во Франции Стив Беннон, один из стратегов Белого дома, инициирует протесты желтых жилетов. То есть опять работает методичка Джина Шарпа во Франции. Но сейчас мы видим эту методичку, которая уже сработала внутри самих Соединенных Штатов Америки. Условный бумеранг, который работал по всему миру и вернулся на родину. Ну, треба зауважити, що навіть поляки, які дуже так чітко, сильно і постійно відстоювали інтереси Сполучених Штатів Америки в Європейському Союзі, навіть вони, деякі видання польські, починають писати, що Америка втрачає свій вплив, свою могутність. І просто мені цікаво, як далі будуть поводити у нас наші їх так кажуть, сарасята, ну я не буду такого казати, да, я не буду використовувати це слово. Ну люди, які відчувають, що Сполучені Штати захищають їх,
Як ти вважаєш, вони зараз задумуються, що може їм треба якось по-інакшому ставитись до всіх подій, які відбуваються в Україні? Може не так сильно треба відстоювати інтереси Сполучених Штатів або МВФу, а все ж подивитися на народ України та і сказати, що ринок землі, може це зарано, може банківські закони не треба приймати. Будуть якісь метаморфози безпосередньо в нашій країні? Касательно «Соросят», это очень ласковое название, я бы даже сказал, для этой группы влияния внутри Украины. Как по мне, это, не знаю, агенты внешнего влияния, это враги Отечества. Почему? Ну, это мое субъективное мнение, именно это право полное. Эти люди работают не на интересы государства и народа Украины, эти люди работают на интересы внешних вкладчиков и финансово-спекулятивного капитала. Соответственно, они настолько прошиты в своих взглядах, что вряд ли на них что-то может повлиять. Это люди-выходцы, воспитанники грантовых организаций. Им пропагандировалась неолиберальная модель. Тот же Сорос занимался повсеместно пропагандой неолиберализма, особенно открытого общества. Вот его фонды открытого общества в Украине, во всех странах, они с 87 года, если не ошибаюсь, очень плотно работают на постсоветском пространстве, тогда еще советском, потом уже постсоветском пространстве, и пропагандируют. Уничтожение коллективной идентичности полное, уничтожение религиозной идентичности. Вам, ребята, не нужна религия. У каждого свой бог. Уничтожение национальной идентичности. Нету наций, нету народов, есть открытое космополитическое общество. Уничтожение культурной идентичности. Стираются границы культуры, вы забываете, вы входите в общемировую культуру. Уничтожение гендерной идентичности, пропаганда гомосексуализма, однополных браков и уничтожение классовой идентичности, то есть мы не принадлежим классам. Все это делается для чего? Для того, чтобы не допустить сплочения общества вокруг какой-то одной идеи и восстания против класса угнетенных. То есть это такая целенаправленная работа на ментальном уровне для неоколониализационной политики того же финансово-спекулятивного капитала. Они, когда занимаются колонизацией Украины, они заходят со стороны экономики, военной стороны, ну и, конечно же, ментальной стороны, уничтожают нашу общность, идентичность и таким образом захватывают нас в единое пространство. И потом мы становимся просто сырьевым придатком, которому объясняют, что есть более правильные страны, правильные народы, вы менее правильный народ, поэтому вы должны делать так. И эти люди, соросят эти условные, они являются условным полупроводником этих идей в нашем обществе. Они пытаются под благими намерениями скрыть проникновение в нашу страну. Они, пропагандируя открытое общество, да, условно говоря, дом без дверей и окон и забора. Мне вот интересно, они хотели бы жить в таком доме, когда идет разгул бандитизма? Вот мне интересно, снесли бы ли они забор, стены и жили бы? Пустили бы ли они все в дом всех, кто захотел бы туда войти и воспользоваться не только удобствами, но и его семьей, либо родственниками? Вряд ли. Но почему-то для страны они это пропагандируют. Это говорит о том, что эти люди не ассоциируют себя с государством Украина и с народом Украины. Поэтому необходимо провести национализацию элит. В хорошем смысле. Не в плане, что должны националисты прийти к власти. Потому что у нас националисты – это, опять-таки, псевдонационализм. У нас он основывается только на какой-то пещерной русофобии. Хотя националист должен основываться на построении собственной страны. И, условно говоря, чтобы сделать ее сильной. Но у нас националистам это неведомо. У них есть методички. У нас не в чате, как любить Украину, у нас в чате, как не любить Украину. Именно. Да, то есть не может национальная идея Украины основываться только на антироссии. Тогда мы не являемся государством. Национальная идея должна основываться на построении сильной страны здесь и сейчас, а не против кого-то и где-то там. Поэтому национализация элит – это приход к власти политической элиты, людей, класса, которые ассоциируют себя с этим государством и с этим народом, которые не хранят деньги за рубежом, у которых дети здесь учатся, никуда не выезжают, у которых нету во Франции домика и жены, а он здесь работает генпрокурором. Условно говоря, человек приехал на заработки, потом уехал, и все в порядке. Вы же заметьте, никакой политической ответственности. Пока это все будет, всякие соросят,
лята, не знаю, там Ротшильды лята там, и прочих, как их можно называть, они будут здесь, причем не трудиться, они будут здесь зарабатывать деньги. Да. Да, тому що Україна, і ми всі пам'ятаємо, це дуже багата країна, і тут кожна людина знайде собі, як заробити багато 100%. Мільйонів, але бажано, щоб не чесним трудом. Да. От. Дуже, дуже дякую за цю розвернуту розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Це ТВУ. Топ-блогери України. Ребята, за мной национальные гвардейцы. В городе введена чрезвычайная ситуация. Каждый день комендантский час. И прямо сейчас я расскажу вам, что происходит на улицах Лос-Анджелеса, что разрушено и какие у нас беспорядки. Погнали! Как вы понимаете, то, что сейчас происходит на улицах Лос-Анджелеса, это реально страшно. И то, что происходит по ночам, по вечерам. Как видите, много полицейских, они с оружием. В общем, жители сами в шоке. Все Анджелины с местной говорят, когда это уже наконец прекратится. Офигеть, что происходит. Вы только посмотрите, дорогу перекрыли баками. С той стороны тоже просто обычные мусорные баки огромные. Вы только на это посмотрите, город готовится как будто к войне. Все начиналось с мирного протеста, который я для вас снимала. Люди бы там были с детьми, с плакатами. Люди просто шли вот по этой дороге, скандировали о том, что полицейский беспредел, да, несправедливость, нужна реформа, нужно что-то менять. А вот после 4 часов дня на улицу вышли те самые вандалы, мародеры и грабители, которые впоследствии стали просто крушить и ломать весь город. Ресторан, видите, тоже закрыт, у них выбиты вот эти вот стекла, но они просто заколотили сейчас. Пишут, что они остаются сильными, несмотря ни на что. И пока, видите, не могут принимать посетителей. А вот с той стороны сейчас место, которое облетело весь интернет. Это, ребята, официальный дилер Mac. То есть здесь внутри него были компьютеры, телефоны, вот вся любая техника Mac. И кадры вы можете видеть прямо сейчас, как из него люди толпами разбили стекла и выносили всю технику. Сейчас, видите, все закрыто, естественно. Они вот написали, что мы тоже остаемся сильными. Под этими щитами нет никаких витрин. Внутри магазин полностью разгромили. Вот, смотрите, они даже сейчас деревяшки подложили, а чтобы просто зазоры не оставались, листы короткие. Выписан ордер до выяснения обстоятельств. Видите, да, вот написано. Он, кстати, еще и горел. Видите, следы гари. И здесь пахнет очень горелым. И, как вы понимаете, сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч долларов. И вот, пожалуйста, теперь ничего не работает. Ребятам предстоит судебный процесс, ребятам предстоит восстанавливаться. Вот видите, у ребят даже машины все исписали. Просто ужасно. Вот они приехали убираться, но по факту там внутри ничего нет, все сгорело. А я вот сейчас прохожу за вот этим магазином, где сожгли и разграбили Mac. Обычные дома, с ними все в порядке, как и на соседней улице. То есть вот у этих хулиганов был конкретный план грабить магазины, чем они и занимались. На той стороне, ребята, вон даже автосервис заколачивают от греха подальше. А вот-вот, друзья, мы с вами добрались до места, где горела полицейская машина. Вот прямо здесь. Можете видеть, на асфальте осталась дырка, но потому что пламя было очень сильным. И, собственно, за этот вечер протестующие подожгли несколько полицейских машин. Как ни странно, машины обычных людей протестующие не трогали. То есть вот все, что происходило, обычно происходило с полицейскими машинами, их тоже разрисовывали, вандалили просто как могли. А это, ребят, за мной магазин Adidas, кадры его разграбления тоже разнеслись по всему интернету. Налетчики разбили витрины, ворвались в магазин, выносили оттуда обувь, одежду. Просто как дикари, как будто они кроссовок 100 лет не видели, забежали в магазин Adidas и разграбили его. Видите, да, теперь Adidas тоже все заколотил, но как бы толку немного, потому что внутри все побито, все сломано, и теперь им придется восстанавливаться. И сейчас такая примета, где вы видите вертолеты, значит, ровно под ними идет протест. Давайте доедем, посмотрим, что там происходит. Ребята, прямо сейчас я вам покажу национальную гвардию, смотрите. Вот они. Грузятся, смотрите, со своими машинами. Женщина, вот видите, в платье подошла спросить, когда это все закончится, ребят, когда вы уже сделаете так, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Вот, пожалуйста, они отвечают ей на вопросы совершенно спокойно. И да, их сейчас по всему городу очень-очень много. Видите, в руках у них есть дубинки, оружие снаружи висит. Забрала, в общем, в бронежилетах, все по-серьезки, как вы понимаете. Вот так, я вам сейчас поближе поснимаю. Вот так.
грузовики, броники. Машина проезжает и высаживает гвардейцев буквально на каждом светофоре. Примерно по 2-3 человека. У них дубинки, оружие, маски. И, собственно, едут дальше. Сейчас пока весь сектор так не отработают. Вот машины. Внутри там у них лежат тоже дубинки. В общем, все серьезно. То есть военные в городе, вооруженные, вы понимаете, да, что это уже, блин, не шутки, и вот эти вот вандалы, мародеры и грабители, они реально доигрались, президент разрешил применять оружие, ну, короче, находиться после 6 вечера на улицах, где происходят протесты сейчас, крайне небезопасно. Потому что сегодня тоже объявили в 4 часа, даже в районе Голливуда, новый протест, и они пока продолжаются каждый день, именно поэтому в Лос-Анджелесе уже который день, то есть получается 4-й по счету, объявлен curfew. То есть это час комендантский, когда нельзя выходить на улицу после 6 вечера и до 6 утра. Смотрите, двери здесь забаррикадированы, видите, да? Все потому, что вот на этой улице происходили самые главные события вот пару дней назад. Протесты сегодня планируются вот там, вот впереди, по бульвару Санта-Моники. Как видите, сам бульвар уже готов, то есть люди забили магазины, вот витрины забивают сейчас стекла. Вот видите, в данный момент вот прям ребята работают. Потому что толпа должна пойти конкретно по этому бульвару и спускаться вниз, вот туда вот ближе к Беверли-Хиллз. Каждый магазин стараются забить фанерой, сделать какие-то надписи, чтобы люди не трогали, не отдирали эту фанеру. Обычно пишут, что ну, мы с вами, мы тоже не поддерживаем вот такое вот жесткое поведение полиции, и чтобы типа не трогайте, пожалуйста, нашу собственность. Вот у ребят, пожалуйста, витрина разбита, смотрите, вот осколки прям висят. А что здесь было грабить, спросите вы, что какой-то магазин модный? Нет, вот смотрите, просто eyelash extension. То есть здесь люди делают чистки лица, косметология, проще говоря, наращивание ресниц. То есть завандалили, видите, разбили. Вот, пожалуйста, кусочки прям, вот они, рядышком. Они расписывали дорогу, расписывали асфальт. И вот это здание тоже было все в граффити. Замазывали, видите, таким способом, просто краской сверху, либо там под цвет стены, короче. Но все было расписано нецензурной лексикой в основном, либо надписями BLM, либо FTP. Кто-то забил магазины фанерой, кто-то закрыл на решетке. А вот этот владелец, как некоторые, написал, да, Black On. То есть владелец вот этого заведения афроамериканец, и он говорит о том, что не надо это место крушить, потому что я сам афроамериканец. Вот, в общем, тоже способ защиты, ну, а большинство, конечно, вот так делает, то есть закрывает, либо забивает фанерой. Груминг-салон, и, как видите, ребята заколотили все вот такой вот фанерой, наклеили таблички Black Lives Matter, то есть, что они на одной волне с протестующими, не надо крушить, собственно, это место, да. Вот видите, да, рядом то же самое заведение, что это у нас, бьюти-салон, да, салон маникюра, наклеил фанера, причем, видите, прикрутили на шурупы, то же самое, BLM, Black Lives Matter, видите, портрет Флойда повесили. Машины на улице есть, люди продолжают ходить на работу, то есть, не сказать, что город полностью изменился, и все сидят дома и боятся. Нет, просто в отдельных районах проходят протесты. Обычно они с 4 часов дня и уходят в вечер. Как раз-таки вот вечер, то самое время, когда приезжают вот эти вот riots, как здесь говорят, да, бунтари, и начинают крушить, ломать, грабить. Более того, сам родной брат Флойда сказал, что вот эти вот беспорядки, они не имеют ничего общего с обычным мирным протестом, где люди просят, чтобы справедливость восторжествовала. Собственно, как-то мирно прийти к решению. Это просто в натуральном смысле вандализм, грабежи и разбои. Вот еще пример того, как пострадал магазин. У них просто нет стекол. Все забито. Здесь также. Через дорогу вон ребята сейчас пытаются забивать. И вот фанерой тоже все зашивают. Но потому что это полная жесть, конечно. Изуродовать таким образом город. Никто не оказался к этому готовым. По поводу Apple, когда они это все выносили, мне закралась мысль о том, что ну, сама компания может заблокировать вот эти вот все устройства, и они просто не могут быть активированы. Но вот не поверите, так они и поступили. Более того, кто активирует новое устройство Apple, ворованное, на того еще пойдет сразу репорт в полицию. То есть даже если человек его у кого-то перекупил, к нему будут вопросы, где он это взял. Я считаю, что это достаточно справедливо. А вы как считаете? И вот еще одно перекрытие улиц с помощью баков, с помощью ограждений. Я так понимаю, ближайшие рестораны сейчас тоже вон заколачивают окна. Ребята, что творится в городе?
Ребят, телефон пищит. Пришло уведомление, комендантский час, все по домам. Все перекрыто. Куча военных, полиции с оружием на улицах. Короче, я сажусь в машину и еду домой. Это был мой обзор того, что сейчас происходит в Лос-Анджелесе. Делитесь своим мнением в комментах, задавайте вопросы. Не забывайте подписываться на канал. И увидимся с вами в новых видео. Bye, guys. Топ-блогери України. Олександр, дуже дякую тобі за те, що ти був у нас сьогодні в ефірі. Мені було дуже цікаво, я впевнений, наші телеглядачі теж оцінили твою риторику. Сподіваюсь, не востаннє ти у нас в гостях. Спасибо. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.